Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Ну что, у нас 14 день, и забираем 500 тусклого янтаря. Что у нас тут? Новые сезонные статуи появляются. Осенние изваяния. Какое осеннее, ребят, уже зима вовсю, а они тут осенней фигней приторговывают. Так, найти фонарь, естественно. Вот он, заберем его. Заберем железо. Так, у нас не хватает древесины, чтобы его отправить на поиски. Ну, ничего страшного, сейчас мы быстренько с тобой насобираем эту древесину недостающую. Так, вы-то тут, хлопцы, как поживаете? Рыбку ты мне принес, да? Мало рыбки ты приносишь мне, сарделька, очень мало. Так, да, ребята, было обновление, поэтому не обращайте внимания, что и тут идут какие-то подзагрузки. Так, яйцо. Насколько я помню, это, по-моему, для пристеголового. Ладно, пускай бесплатно. Грамгильда, ты мне что принесешь? Тусклый янтарь, да? Окей. Все, лети. На гонки, естественно, на бесплатные. Так, беззубик, а ты мне что приволок? Ну-ка, рыбу, наверное. Ну, конечно же. Что он может мне еще принести? Так, отправляем его в бухторез и бесплатно. Торгаш, что у тебя есть? Не хочу я твой обмен. Подожди, обмен. 450 миллионов. А на что? А, на руны? Нет уж, извините, я отказываюсь от такого щедрого обмена. Ладно, продолжаем поиски. Что у нас тут? Повысить уровень драконов на 15. Повысили. Так, а ты у меня готов? Да какой там готов? Да ладно, с первой попытки, ребят, ну это просто чудо какое-то. Обычно нам приходится фиг его знает сколько это делать, чтобы перевоплотить. А тут ничего подобного, а тут сразу же все получилось. Так, весночеса мне сказали прокачать, потому что у него 90 какой? 97 уровень. А сколько ему нужно? 250, блин, не хватает древесины. Ладно, сейчас попробуем собрать ее где-нибудь здесь. А где ты ее соберешь? Ее нехватка обалденная причем. Так, покормить. Давай покормим, наверное, яркий ужас. 21 миллион древесины. Ладно, пускай летит. Заберем здесь рыбу. Здесь тоже заберем рыбу. 17 миллионов, да, принес он нам. Так, этого отправляем за рыбой. Модификрылка, ты сколько мне там? Ну, как всегда, 47 миллионов рыбки принесла. И отлично. Так, что ты мне притащил? Ну-ка, 50 золота. Вау. Тихонько обойди. Нифига, ребята, вот это у него награды. Либо пак, либо 250 рун. Слушай, я хочу еще кого-нибудь себе. Слушай, а тут же у нас, ну, много персонажей будет, да? Мы с тобой открыли плеваку. А вот чтобы сделать... Что нам для этого нужно, чтобы построить? 3000 викингов, да, нужно нам. 3000 викингов. Блин, для этого, чтобы сделать 3000 викингов, нам нужно улучшать дома. Соответственно, для того, чтобы улучшать дома, нам нужно прокачать кузню. Вот как ни крути, все вокруг этой кузни закручено. 12 драконов сотого уровня. Ну, это, конечно, да. Шикарно просто. Вот задание, которое я буду делать вечно. Так, шипотень. У него 88 уровень, да? Так, мечекрат имеет 81. Вот этих тоже, ребят, наверное, не помешало бы прокачать, в принципе. Блин, сколько же они требуют древесины? Это просто ужас какой-то, ребят. Шипотень, аж 140 миллионов. Это только чтобы один раз его качнуть. Мне нужны такие ребята, которые офигенно добывают древесину. Вот что я тебе могу сказать. Так, ну-ка подожди, а у меня здесь разве нет древесинки? Есть, но мало. Хотя подожди, этого хватит, да? Чтобы его отправить на обучение. Конечно, хватит. Весночус, кстати, несмотря на то, что он премиум, да, не так уж и много. 250 миллионов всего лишь берет древесины на один уровень. Столько же примерно берет и шипотень. Так, у меня
Не хватает. Ну вот, смотри, 244 миллиона. Но он 82 уровень. То есть на 83 всего лишь прокачка идет. Да, ребятушки зажрались. Я смотрю, совсем зажрались. Ладно, пускай летят мне добывать древесину. Она мне нужна. Так, ты тоже пока не прохлаждайся. За древесиной. За древесиной. Так, креветик. 91 уровень. Это, кстати, хорошо. Его тоже есть смысл прокачивать. Этих гонять я не вижу смысла, потому что они очень мало сбывают. Всего лишь по 3 миллиона, там, по 6. То есть нам невыгодно их уже отправлять. Так, 20 рун дали нам, спасибочки. Так, ну что, сегодня мы с тобой завершаем событие, которое у нас есть. Так, давай-ка вначале посмотрим, что у нас легендарные принесли. Тут какое-то гнездо непонятные. А зеленая смерть нам принесла сломанный меч. Так, ну что, тогда откроем еще с тобой паки. Бесплатный, глянем. Так, монетки у нас потихоньку копятся. А здесь у нас шторморез, древоруб, громобой. Ну и как всегда ресурсы, отлично. Так, и загадочный. Так, монеточки получили. А теперь начиночка. Кошмарный пристиголов, древоруб, ужасное чудовище. И опять острокоготь. Так, острокогтя мы что делаем? Естественно, сразу отпускаем. Ага, здесь у нас, видимо, тусклый янтарь подоспел. Точнее, блестящий. Так, и насколько я помню, мы можем заказать. Так, две штуки заказали. Смотри, опять какие-то, ребята, артефакты пошли по игре. Видишь? Непонятные. Так, а здесь еще и пак, наверное, у нас созрел. Ну, давай быстрее прогружай, ё-моё. Это всегда, друзья мои, после обновления игры всегда вот эта вот подгрузка идет. Так что не обессудьте. Заберем с тобой обычный пак. В нем выпадает шторморез, костолом, палящий прихвостень. Слушай, подожди-ка, мне показалось, или мы можем прокачать костолома? Ага. 90 уровень необходим. Да, если бы все так было бы просто. Я обычно-то не могу прокачать до 90 уровня, они уже таких хотят. Ишь, хитрецы. Ну что, давай посмотрим теперь сезонный абонемент. Получаем здесь награду. Здесь. Так, шкала у нас продвинулась там. Подожди-ка. Вот здесь еще получается, да? 50 листочков забираем. И заходим сюда. Что у нас тут? 500 листьев еще в плюс. Итого 970, да? Если посмотреть на сезонный рынок, мы с тобой можем взять вот этот пак вполне. А, кстати, вот он. Да покрыл его звать. Того самого дракона, который обалденно шпарит. Он, оказывается, премиум. Вот почему он такой. Он очень сильный, премиум дракон. Слушай, у нас два варианта. Либо с тобой копить, либо купить. У нас вот здесь что может выпасть? Бронекрыл. Слушай, ну тут очень много. Так, в тот раз нам выпал урчамень. Единственное, конечно, то, что они все зелененькие. Они хоть и... Вот один только ядовица уникальный. А нет, гротажер тоже уникальный. А вот остальные почему-то, ребята, бронекрыл и пещерный скалотряс. Слушай, давай попробуем, а? Вот хочется мне, ребят, купить пак. Открываем и смотрим. По-моему, нам здесь ничего не выпадает. Ну, 100 рун. На этом спасибо. Сразу еще какое-то задание выполнили, да? Опс. Заходим опять в награды и получаем еще 50 рун. Если бы у нас был бы премиум абонемент, мы бы тут с тобой наполучали бы, будь здоров. Тут 100 рун, тут 100. И грязевая яма. Так, ну ладно. Это все потом. Ну а теперь, погоди-ка секундочку. Так, давай-ка. А, не могу, понял. Обучить.
Нет. Хотя, может... Нет, давай-ка лучше его за древесинкой. Блин, все забито везде. Зато я могу вот этого отправить за железом. Самое выгодное, да, ребята? 250 древесины даешь, и он тебе добывает 4 железа. Ну все, теперь переходим с тобой на события. Происшествие Маштра наездников. Мы сегодня должны, по идее, ее попытаться пройти. То есть мы с тобой получим аж 300 рун. А 300 рун это почти 3000 в нашей коллекции будет. А 3000 рун это говорит о том, что мы с тобой можем либо купить территорию какую-то новенькую, да, либо немножечко подкопить и купить что-нибудь еще. Ну что, у нас вот эта пройдошка здесь. Две волны всего лишь. Ничего страшного, ребята. С этим-то, я думаю, мы справимся. Брыкается еще, смотри-ка здесь. Так, кривоклык, как всегда, на высоте. Давай понижение брони. И добивка. Ага, здесь у нас... Слушай, ну надо злобного вначале сносить. Сносим злобного, потом занимаемся уже вот этими ребятами. Самые противные, это, конечно же, Громель. Ну что ты там собираешься делать? Ох, ты жучара навозный, а? Ну ты жучара, однако. Так, хильнулись. Кусаем. Так, он сейчас опять, скорее всего, ребята, будет... фаербол свой запускать, потому что 4 у него энергии. Смотри-ка, не стал. Блин, давай, наверное, так сделаем. Куснем. А вот сюда повесим вот так. Пускай что хотят, то и делают. Опа, опа, разбегал. Он даже не попал. Он просто промахнулся. Ай, недотепа. На тебе. Ну что, Громель, ты попался. Ты попался, ты остался один. И мы с удовольствием тебя сейчас разберем. Кусаем. Так, что-то сейчас будет неприятное, да? Так и думал. Но, тем не менее, победа за нами. Крутим нашу рулеточку, фартовую или не фартовую, и дают нам 125 миллионов древесины. Окей. Ну что, мы продолжаем. И у нас начинаются мини-бусики. После этих мини-бусиков мы с тобой с удовольствием заберем 100 рун. Так, что у нас тут? Ага. Дымодышащий плюс гарморок. Ну, я думаю, что начнем, естественно, с дымодышащего. Потому что, во-первых, он фиолетовый, да. Мы его быстрее разберем, чем того же самого стража. Да и как бы не особо хочется получать понижение, извини меня, брони. На тебе. Так, что-то там тявкает. Ать, все-таки успел понизить. Так, а здесь уже, как мы видим, три волны будет. Три волны, это как-то не особо хорошо. Мне не нравится такой раскладик. Так, подлечим наших дракончиков. Так-с. Бомбанем. Друзья мои, на моем втором канале сегодня вышло две новые серии. Первая про Васа Монтенегро. Это DLC к Far Cry 6. И вторая — Королевские руны. И буквально через часик-другой выйдет Юрский парк Эволюция 2. Нифига себе. Вот это да, три пристиголовых. Ребят, на самом деле это опасно, знаешь почему? Они фаербольщики. И, по-моему, если не ошибаюсь, они на третьей фазе могут швырнуть офигенный фаербол. Сейчас посмотрим. Нет. Это такой еще слабенький, у них есть намного мощнее. Так, нам бы их разобрать успеть как-то. Так, ну минус один — это уже хорошо. Так. Ну что ты там дергаешься? Задергался.
по сторонам там зыркает мне. Ну что, этого тоже добили. И остается один. Ну, с одним-то уж мы в любом случае справимся. Ты посмотри, как он бомбит, а. На пониженной броне, ребята, это очень сильно сказывается дамаг. Все. Третья волна. Твою налево. Мне надо... Неужели сейчас... Они же могут ушатать. Будем надеяться, что я успею захиляться. Давай, поехали. Так себе отхил. Опять Барсику, да, достается? А, нет. Поделили урон. Офигеть. Он и атаку понижает, и защиту, блин. Давай срочно хиляться. Так, какого нам пинать? Наверное, вот этого, да? У него, по-моему, или у них одинаковые? Одинаково, по-моему, здоровье. Но мне вот этот почему-то больше приглянулся. Оу, это вообще урон ни о чем. Все-таки хотят ушатать. Либо... Воу, а вот, ребята, и минус Барсик, к сожалению. Все-таки они его добили. Я, наверное, сделаю вот так вот, чтобы нам быстрее его раскатать. Понижаем ему броню. И поехали. Укус и еще раз по броне. Все. Победили. Фартовые запустили и получили опять древесину. Опять они меня травят этой древесиной, в конце концов. Ладно, зато 100 рун забрали. И, кстати, у нас идет сейчас обычный поединок. Так, 100 рун, это прекрасно. Обычный поединок, после которого мы получаем с тобой, ну, просто загадочный пак. Потом мини-боссик и босс. А что у нас по этим? По вспомогаловке. Так, у нас 2 груши и 5 прилив сил. Ну, что я могу сказать? Вполне неплохой наборчик. Промахнулся, да? Тут 3 волны, так что радоваться не стоит. Ну... Нормуль, без дамага прошли. Так, а здесь... А, ребята, по-моему, вот этот пристиголов мощный. Тот не совсем мощный был, который до этого дрался. Вот этот, кажется, бомбит фаерболами. Офигенно, у него, по-моему, даже массовая атака. Блин, мне нужно разобрать этого хлыща как можно быстрее, не успел, да? Сейчас начнет кусать. А, вот так, ну это хорошо, что он лучше вот так пускай делает. Потому что мы его ушатываем. Здесь понижаем броню. Сейчас что-то влепит, да, ведь? Не, по-моему, все-таки этот пристиголов мощный, а не тот. И хиляемся. Так, ну что, третья волна, заключительная. Шепот. Начнем с него, конечно же. По традиции, по старой доброй традиции, всегда сносим шепотов. Потом уже начинаем разбирать всех остальных. Поехали. Атака. Зачем укус? Какой укус, блин? Опа, он промахнулся. Фартит нам сегодня. Друзья, фартит. Ну что, наверное, раскатка пошла, да? На тебе. Замечательно. Крутанем и заберем 75 миллионов рыбы. Да. Что-то меня не тешит больше никакими подарочками. Но забираем с тобой загадочный пак. Все это на почту. И вот у нас мини-боссик. Сколько волн? Наверное, будет сейчас 2 волны, скорее всего. На мини-боссиках обычно так. Редко я видел, чтобы там было 3. Но здесь 3. И 2 пристиголовых. Не очень хорошая команда, если честно. Так, начнем с синьки, наверное, да? Фиолы после... Против... Ты хорош! Блин, мне не нравится, что он сделал. Вот выдержим ли мы, а? Я даже не знаю. Давай попробуем сделать так. В кого он будет бомбить? Промахнулся. Это, кстати, нам повезло, ребят, что он промахнулся. Я успеваю захиляться, но броня пониженная, понимаешь? Раз, два. Так, делаем укус. Сможем ли мы его добить? Можем.
Так, переходим на вторую волну. И здесь два кракена. Ну, это я их так называю, ребят. На самом деле, это никакие не кракены. Это, ну, если не ошибаюсь, это ужасное чудовище. Только уже титан. Ах ты, жучара ты навозная. Что ж ты вытворяешь? Шитик ты болотный, а? Что ж ты вытворяешь? Так, тихо, не надо. 231 урон наносит от одного какого-то вшивого укуса, ты представляешь? На тебе. Так, ну что, я вижу мини-босс у нас. А, они вдвоем здесь, да? Так, я думаю, что, наверное, вот с этого начнем. Хорошо разбирается, очень хорошо. Солидно. Так, ну что, громобой, вот и твоя очередь пришла. Один-то ты здесь ничего нам не сделаешь. Ну как не сделаешь? Сделать он, конечно, может. Но вряд ли у него что-то получится. Потому что мы, друзья, повесили на него слепоту. И теперь он будет, естественно, промахиваться. Но мы с тобой как бы сейчас не можем использовать другие удары. Потому что нам нужно постепенно накапливать энергию. Понимаешь, да, о чем я? Чтобы вечно вешать на него эту слепоту. Хотя он на самом деле не такой уж и сильный. Давай, наверное... Сделаем так и добивку кривоклыком. Все. Что и требовалось доказать. Запускаем в путь нашу рулеточку. И выпадает нам с тобой опять древесина. 423 миллиона древесины. Окей. И забираем с тобой ареновский пак. И последний у нас на сегодня поединок на арене. Так, шторморез. Кошмарный пристиголов. Шепот смерти. Громарь защитник. Злобный змеевик и кривоклык. Вот как-то так. Ну что, собрались, как говорится, силами и пошли вперед. Сколько здесь волн, интересно, будет? Неужели опять три? Две. То есть вначале идут мини-боссики, как мы понимаем, да? Начинаем с пристиголового. Он, во-первых, синий, поэтому быстрее его разберем, чем того самого стража. Но страж, как говорится, будет сейчас кусать. Так, поехали сюда. Тихо-тихо, не надо фаербол свой. Оу, промахнулся. Это мы так хорошо его вынесли сейчас. Так, у меня... Сейчас будет разбег. Сейчас будет... Кому он, интересно, звезданет? Неужели... Да ты что? Я думал, что ты будешь... Кривоклык мне бомбить. А он знает. Он знаешь, почему так сделал, ребят? Потому что это хиллер. И он его боится, ой, как боится. Видишь, что он творит, видишь, что творит. Пень плешивый. Я, наверное, сделаю вот так вот. Я не хочу, ребята, здесь рисковать. Давайте-ка мы его пройдем аккуратненько. Блин, я его сейчас уничтожу, а мне нужно еще хильнуться. Отлично, просто изумительно. Но здоровья все равно маловато. Так, ё-моё. Только не бейте мне, пожалуйста, моего. Ну, в принципе, ребят, мы можем вот так, наверное, сделать. Раз. Теперь я сделаю вот так, потрачу. Сделаю одну массовую атаку. Чтобы у нас побольше здесь здоровья было. Вот для чего я это все делал. Но, кого будешь кусать? Неужели его? Промахнулся. Блин, везуха, ребята. Они очень много сегодня промахивались. Очень много, и поэтому... Так, спасибо за отхил. Вообще изумительно идем. А, вот он, ребят. Все-таки это у него массовая атака. Я же говорил. Но он, кстати, не очень мощно бомбанул ей. Да этот второй раз промахивается. Круто. Это ж просто офигенно. Так. Ладно, фиг с ним. Давай сделаем так. Сейчас он звезданет кому-то. Кому-то. Шторморезу. А этот сейчас будет опять кусать. Вот сейчас он хорошо кусанул. Но мы успеем с тобой хильнуться. Чуть-чуть, правда. Я надеюсь, выдержим, да, еще один укус. Да. Ну и остается только лишь добить. Все, ребята,
Идеально прошли мы сегодняшнее событие. Остается посмотреть, что нам здесь сейчас выдадут. Ха-ха, древесину. Древесину, уже 500 миллионов. Ну что же, зато мы можем с тобой кого-то отправить на прокачку. Так, забираем с тобой еще 200 рун. Итого, ребята, у нас 2913 рун. Как по мне, я считаю, что это круто. Так, забираем еще здесь 5 рун. И здесь, кстати, можно тоже 10 рун забрать. Так, и вот они, те самые 10 рун. Окей. Так, здесь все мы с тобой закрываем. Что у нас вообще там по заданиям? Какие-то задания висят. Так, отправив. И спасите драконьи яйца. До сих пор это не сделал, да? Со своим обменом. Повысьте уровень лаварыга на 3. Лаварыг. Уровень, говорят, тебе нужно повышать идти. Так, пускай он летит. Так, а ты-то что там кружишься, верчишься? Опять артефакты, да? Плохо. Так, ребята, а если у нас с вами все забито, как же я буду обучать-то их отправлять? Хотя есть еще местечко. Так, кто же у нас такой довольно хороший и готов прокачаться? Так, 88 уровень, 82. 88, да? Так, ну-ка, вернись. Блин, его надо покормить еще. Его надо покормить, блин. Иди собирай. Так. А тебя сколько? 336 миллионов? Ну иди. А то у меня древесина просто так добывается. Так, ребят, посмотрим, что у нас тут еще доступно. Как видим, ничего пока в ближайшее время нам не светит. Давай-ка мы с тобой зайдем на ареночку, немножечко здесь подеремся. Нам нужно набить 2 пака. А то последний всего лишь остался, который через там 3 часа активируется. И нам нечего будет ставить на продление. Так, ну что я тут вижу? Хофера вижу, Барсика и Костолома. Но этого мы Хофера с тобой вообще быстро ушатали. Он даже пикнуть не успел. Так, теперь я возьмусь, наверное, за Барсика вплотную. Так, это будет сейчас разбег делать. И по Барсику, как всегда. У кого меньше здоровья, тот и получает, естественно. У них это так работает. Объем того, кто слабее всех. И они сейчас ушатают мне его, кстати. Серьезно. Ну, этот тогда добьет. Естественно, этот шанс не упустит добить. Ну что, Костолом, ты остался один. Будешь разбег делать, естественно. Сразу же начинается разбега. И промахнулся он своим разбегом. А это тебе, ребята, крышка ему. Смотри, мы делаем вот так вот. Слепоту вешаем на него. И все. Теперь просто его потихонечку начинаем кусать, кромсать. Ну, в общем, одним словом, издеваться над ним. Так, давай еще укусим. Он беспомощный, этот разбег, это бесполезен. Он не попадет ему. А вот и все. Так, а здесь у нас кто? Ужас, Сарделька и Кривоклык, кто же еще? Так, ладно, сейчас попробуем. Блин, они втроем ходят. Ну, понятно. Взялись, короче, вплотную, да, за штормореза. Все понятно с вами. Ну, добить мы не добьем, хотя бы чуть-чуть залечим раны. Совсем маленько, да, получается. Ага, поменяли цель. Меняй тоже. Отлично, и ты тоже не трогай, пожалуйста, мне штормореза моего. Не штормореза, так Барсик начинает колбасить. Так, погнали сюда. Стоит, я думаю, стоит. Стоит это потратить. Опа, минус Барсик, ребята. А вот это плохо. Твою налево, неужели ушатают сейчас мне? Упс. Что я тебе могу по этому поводу сказать?
Так, фиол. Ну, тут получается, что зелень круче фиола. Сделаем тогда вот так. Ай-яй-яй-яй-яй, замедляшку мне еще и повесили. Ты издеваешься сейчас, да? Нет, я не пробью. Я сардельку не смогу, ребят, пробить. Мне не хватит мощей. А он-то меня как раз ушатает. Тем более у меня и пониженная атака была. Да. Скалотряс и два змеевика. Один, значит, шустрый, другой мощный. Но я буду вот с этого начинать, со скалотряса. Потому что у него, мне кажется, все-таки мощнее атака. Тем более двойной укус. Мне не совсем это нравится. В общем, барсик его добьет. Тихо ты. А, ускорение делаешь. Блин, ускорение тоже не есть хорошо. Ну, минус. Так, кого нам быстрее бомбануть-то? Наверное, синего. Потому что фиолетовый против синих самый топ. Хвостом, что ли? Да. Ты гляди, что раздухарились-то, а? Ты посмотри. Промахнулся, так тебе не надо. Ну-ка, давай сюда укус. Да ё-моё, сейчас ушатает, да? Нет, не ушатал. Как бы нам повезло, получается. Раз, два. Ну, а, вот что мы сделаем. Все. Теперь он в ежовых рукавицах и ничего сделать не сможет. А зато мы его разберем сейчас. Как говорится, безопасно разобрали. Ну что, ребята, как вы видите, мы получили с вами редкий пак, обычный пак, ну и, естественно, пак вождя. Громель, шепот смерти, шторморез, кревет, древоруб, водорез, громобой защитник и барсик вепрь. Оу, пещерный скалотряс. Окей. Ну, в принципе, так, победите 5 драконов в схватке. Победили. Еще 10 рун в копилочку прилетело нам. Очень даже неплохо мы сегодня поиграли, как по мне. 3000 рун. Я вот, знаешь, что собирался? Вот здесь вот купить территорию. Но вот не знаю, стоит ли ее брать. Что-то написано. Горовалки один из трех. А, тут, наверное, первое, потом второе будет. И, скорее всего, здесь будет третье. Наверное, ребят, не знаю, напишите в комментариях. А чтобы вот эту территорию открыть, что нужно? Что? Крепости Брокра? А тут... Ну, тут мы уже видели, да? Нужно 3000 викингов. Тут тоже непонятно, чего нужно. Оу, 4350 викингов. И мы откроем с тобой остров берсеркеров. Конечно, все это хочется, ребята, сделать. Но вот как? Пока, блин, у меня не будет драконов 12 штук сотого уровня, нам ничего вообще не светит в ближайшее время. А чтобы их прокачивать, ты сам видел прекрасно, нужно за один, только чтобы одну ячеечку открыть, да, нужно по 150, по 200 миллионов древесины. А у меня всего лишь запас 500 миллионов. Тут хочешь не хочешь, не получится никак. Ну, нам все равно деваться некуда, будем, ребята, стараться. А на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!